Летим в Стамбул. Мы заселяемся в наши апартаменты. И сейчас будет рум-тур. Мы нагулялись, купили себе еды. Я в предвкушении. Ты тоже? Я тоже. Она по-турецки говорит. Итак, 121 нам туда. Вы буквально вместе с нами заселяетесь. Мы еще не видели номер. И ничего здесь не видели. Ну, привет, наш привет. Так, что у нас здесь? Как здесь красиво, светло, хорошо. О, класс. Красиво. Ага. В общем, здесь мы будем жить в ближайшие дни, в этом отпуске. О, вау, смотрите, какой вид. Красиво. А здесь мы будем встречать закаты. Красиво очень. Как тебе? Да. Диванчик такой. Сегодня мы здесь будем снимать интервью. Здесь кровать. Это что такое? Просто шкаф? Шкаф, стиральная машина. И, наверное, здесь зеркало должно быть. Нет, здесь... А, это... Все, я поняла, это перегородка. Ну и ванная комната. Пошли завтракать. Мы такие голодные, не ели с вчерашнего дня. Очень милый итальянский ресторан. Вот такой здесь интерьер. И смотрите, нам принесли пиццу. Мы заказали пиццу. Очень захотелось, потому что голодные. Заказали пиццу, нам принесли ее буквально за 10 минут. Вот так это все выглядит. По-моему, очень мило. И, наверное, вкусно. Муж, как тебе? Трава очень вкусная. Но на пицце наш завтрак не остановился. Мы заказали десерт, кальцоны. Размер примерно как две мои ладошки. Сейчас будем пробовать. Мне кажется, что это очень вкусно. Поехали. Тесто как у пиццы, но внутри у нас сладко. Наверное, не очень логично, что мы пришли в итальянский ресторан, но так захотелось. Как я люблю такое? Я вообще люблю кушать. Напомню, на чем ездят полиция в России? Там, где мы жили. Максимум на Мерседесах. Ну это ты прям Феррари, ну, друзья. В основном, наверное. Феррари стоит. На Лада Креста. Нормально? И на Гранта. Нормально. Как чего стоит стремиться? Полиция на Феррари. Смотри, с ней для погони. С ней даже туристы фоткаются, полицейские отошли в сторону. А сейчас мы тоже сфоткаемся. Представляете, люксовые машины были конфискованы у турецких блогеров за распространение и продажу запрещенных веществ. А также они снимали контент, где заворачивали эти запрещенные вещества в 100-долларовые купюры. Вот такое вот в Турции правосудие. Это впервые, когда я сфотографировалась вообще с какой-либо машиной в жизни. Феррари. И с какой-либо... Ну, просто это норма, она у нас будет. Добрались до мечети Сулеймани, и здесь очень красиво на территории, посмотрите. Заходим внутрь. Но это того стоило, вау. Вау. Сегодня я снова сделала себе укладку, но у нас на улице дождь. Тем не менее, это прикольно, потому что в любом случае мы видим своими глазами такие
красота, что никакой дождь, никакая погода их не испортит. Мы сейчас идем по улице Истекляль. Сейчас я вам ее покажу. На Истекляль всегда толпы народу, особенно вечером. Даже больше, чем на Красной площади в Москве на каникулах. А если свернуть за угол в вечернее время, то встретишь наркоманов, проституток и их сутенеров, что было неожиданно. На самой улице брендовые магазины, в основном масс-маркет-сегмент. Также в Стамбуле много кондитерских. Здесь обязательно нужно попробовать десерты. По городу очень много обменников, также удобно для туристов. Но вы можете сразу поменять в аэропорту, курс почти не отличается. Идем в магазин Галатасарай и посмотрим, что там продается. Какая-то женщина за мной идет и цыкает почему-то. Идет мне по пятам. Ого-го. Надо мне как-то скрыться от нее. Толстовки, кстати, прикольные. Но я, честно сказать, не фанат всего этого. Никита очень хотел сюда попасть. Я как бы так. Где он? Смотрит форму. Поднимаемся выше. Я так боюсь ступенек. Господи, я такая трусиха. И я высоты боюсь, и ступенек боюсь. Мне нравятся эти игрушки. Они прикольные. 4500 рублей. Немного. Я думала, что дороже. Давайте посмотрим на меня, на мой образ. Мне нравится музыка. Взяла бейгл, который здесь на каждом шагу продаются, и он, ну, как бы обычный. А ты думала, какой? Не знаю, почему их все едят. Обычная булка. Второе, здесь очень дешево, в принципе, все. Еда в ресторанах, одежда. Например, вот 230 лир. Кофты. Толстовки 230 лир. Это 700 рублей. 700 рублей. Где вы видели цены в 700 рублей? Мы уже давно таких не видели. Мы сейчас с вами будем смотреть какую-то красивую площадь. Пойдемте. Ребята, смотрите, какое-то у нас тут красивое место. Вау, смотри, вот туда. Пойдем. Ребята, учитесь, работайте, занимайтесь любимым делом, зарабатывайте деньги, чтобы все это видеть своими глазами, потому что это восхитительно, и никакой, даже самый хороший фотоаппарат не передаст тех эмоций и чувств, которые ты испытываешь, когда лично своими глазами видишь всю эту красоту. Просто благодарю себя и нас за то, что мы идем вперед, зарабатываем. Для самой своей лучшей, интересной, классной, офигенной жизни. Вообще, я бы разговал. Какие-то даже сейчас официант поздоровался за руку здесь. Он здесь третий день подряд работает. Третий день подряд мы с ним встречаемся. Да, и вчера с ним разговаривали. Короче... Да, да, классно, когда тебя узнают, и ты уже как домой просто приходишь, тебе комфортно, садишься за столик, за которым ты сидел уже. Короче, кайфушки. Сводку последних событий. Мы промокли, у нас сломался зонт. Мы сейчас находимся в старом городе. Здесь менее красиво, чем в новом городе, в котором мы живем. Вот, поэтому я особо ничего здесь не подсняла. Да, я бы поела рыбу, но мне здесь что-то не нравится, не вызывая доверия. Ой, холодрыга. Никита, короче, злится немножко. Ну, чуть-чуть выходит из себя. Может быть, мы с тобой немножко перекантуемся вот здесь, под этой крышей? Буквально маленечко. Фух. Ну, в общем, путешествие, нужно быть готовым ко всему. Да, родной? Да, какой-то я красный даже. Да, я какая-то сырая. Вот такие вот мы. Ситуация следующая. Мы зашли в два ресторана.
шикарно. Один был на берегу, ну, то есть вообще просто шик. Посмотрели, осмотрелись, не... Ну, вообще, короче, не вызвало доверия. Зашли еще один ресторан, тоже красиво все, шикарно, хороший интерьер. Не вызвало доверия, что-то посидели, посмотрели, блин, что-то не хочется, что-то не то. Меню вроде большое. И увидели рекомендацию с Aviasales. Балык Экмек называется место. Мы такие, ну давай, пойдем поищем Балык Экмек. И здесь просто, во-первых, вот в тех ресторанах, в которых мы не остались, там не было народа вообще. То есть не было ни одного посетителя, ни одного гостя. А это для меня как red flag такой главный, когда нет гостей, когда такой странноватый запах. И мы пошли в то место, которое советовали Aviasales. И, собственно говоря, смотрите. Это какой-то маленький такой ларёчек. Здесь готовят рыбную шаурму. Очередь просто гигантская. Ну, короче, прям супер аншлаг. Сейчас будем пробовать рыбную шаурму. На самом деле... Ну, Aviasales мне не посоветует. Это очень вкусно. Мы сейчас просто зайдем куда-нибудь попить чай, кофе, погреться. Но выбор в еде меня полностью устраивает. Это правда очень вкусно. Балык Экмек называется место. Не знаю, какая улица, отмечу здесь для вас, чтобы вы тоже смогли это попробовать, потому что это очень вкусно, это скумбрия внутри, прям класс. Почему там много гостей? Потому что люди очень приветливые, то есть несмотря на то, что у них просто какой-то ларёк, который с первого взгляда, если ты не увидишь толпу людей около него, ты даже его, ну, наверное, не заметишь, если не задашься целью найти себе какую-то шаурму с рыбой. Но они очень... улыбчиво, приветливо относится к своим гостям. Что не скажешь про те рестораны, в которых мы не остались. Самый лучший маркетинг идет через качество. Даже рекламы никакой нету. У них даже нет никакой рекламы, их Aviasales, вот не знаю, в Aviasales они закупили рекламу. Либо это просто... Они даже знать не знают об этом. Да, возможно, просто... да, наверное, это рекомендация. Да, рекомендация. Поэтому... Не нужно... вот те, где мы не остались, они просто стоят, зазывают гостей на улице. Это сразу отталкивает. Поэтому нужно не зазывать, а притягивать через качество и отношение к своему бизнесу. Такие дела. Мы очень сильно устали. Сейчас сели выпить кофе с десертом на около Галатской башни. Там, да, сейчас вам попозже я подсниму. Но правда такая усталость, я как будто, знаете, ты идешь на энергии, то есть не чувствуешь какой-то супер усталости, но как только садишься, выдыхаешь, понимаешь, что сейчас можно расслабиться, и сразу на тебя накатывает просто, что можно, если я, мне кажется, пролягу, я сейчас усну. Вот, поэтому мы сделали небольшую остановку. И потом пойдем уже домой. Вот. Прекрасно. Турция прекрасна. Мне очень нравится. Здесь классно, атмосферно, интересно, живо, свободно. По Стамбулу мы прошли порядка 50 тысяч шагов, обошли старый и новый город. Признаться, что в новом сильно интереснее. Мы ехали в Стамбул провести день влюбленных, записать интервью и изучить город, так что поездка удалась на 100%. Мы напитались эмоциями. Чтобы прогулки были более продуктивны, воспользуйтесь картой мест Aviasales и будьте готовы, что ваша спина после бесконечных спусков и подъемов даст о себе знать. Поэтому идеально будет взять гостиницу, где вы сможете отдохнуть в спа. Мы пришли домой, просто лежим без задних ног. Я... как плюхнулась на диван, так и до сих пор с него не встала. Но сейчас мы пойдем в спа. Хочу показать вам вечерний вид из нашей квартиры. Пойдемте. Открываем шторы. Вот так здесь красиво. Обожаю эту жизнь. Чё там? До 9:30 зал? Не знаю. Пойдем посмотрим. Я хочу, чтобы было до 11. Нет, спросил мужчин. Наверное, там. Ну,
Научим. This is yoga. Yoga no. No yoga. Никита, уточни то, что до 9:30. Девочки, девочки, девочки. Очень чистенько, красивенько. А, сейчас будем раздеваться и кайфовать. Никита сказал, что я очень опухшая после этой прогулки. Мало ли, что он сказал. Я просто пошла наслаждаться. Ну, по-моему, шикарно, да? Что скажете? Хочется уже туда нырнуть. Нет, должен забыть. Мы кайфуем, пьем чай, кушаем шоколадки, уже поужинали и смотрим Варламова. Смотрите, тут парень из Индии разговаривает на русском языке, вау. И очень хорошо разговаривает. Ну, с акцентом. Да, простите, что с акцентом. Я восхищаюсь людьми, которые могут разговаривать на русском языках. Ну и на русском. Русский — это сложный язык, я считаю, поэтому это очень круто, что он умеет на нем разговаривать. Ты сколько лет учила? 11. Всю свою жизнь. А кто-то, представляешь, вот живя в России, так и не выучил русский нормально. Пишет и говорит с ошибками. Неправильно ставит ударение слов. Ошибается вот так, как я. Ну что, ребят, наш отпуск подошел к концу. Как тебе? Что я скажешь? Устал. Супер. Все было супер, но я устал. Я тоже очень устала. Но мы не ехали с намерением отдохнуть. Мы уехали с намерением взять максимум, насколько это возможно, насладиться эмоциями. Эмоций действительно очень много. Были рады показать вам наше путешествие. Всем пока.